глубокое горло. Если у тебя не получается, я расскажу в этом видео, как облегчить себе задачу. Ну, самое простое, это ты можешь сформировать вот такое колечко из указательного пальчика и большого и обхватить фалос у основания. И это будет работать как ограничитель. И не нужно будет заглатывать весь член, а какую-то его часть стимулировать пальчиком. Можно водить вверх-вниз и даже по кругу. Сжать можешь посильнее. Там есть специальная точечка, одна из 8 тех самых волшебных точек, о которых я рассказывала на своих тренингах, стимуляция которых делает оргазм ярче. Еще лучше, если ты сформируешь это кольцо из 2 ладоней. Вот таким вот образом сомкнешь вокруг фалоса ладошки. И будешь делать вот такие вращающиеся движения. Одна ручка вращается относительно другой. Ты будешь стимулировать и основание члена, и ту самую волшебную точечку, одну из 8. И самое главное, ты будешь это делать очень необычным образом. Скорее всего, так ему никто никогда до тебя не делал. Попробуй обязательно.